понравилось. Я въехала в кусты. Я такая, нет, нет. А ты такая ногой тормозишь. Я думаю, нет, только не ногой. Но потом остановилась около дерева. Ну, я рада, потому что нас никто теперь не убьет. У нас ноги, руки целы, все в порядке. Мы доехали. В любом случае, ты едешь и контролируешь ситуацию, потому что, ну, мне не нужны проблемы сейчас на этапе подготовки, чтобы я приехала с одной ногой на сбор, и меня Боярский убил окончательно. То есть, конечно, ты едешь, ты наслаждаешься там песком в лицо, там мухи в глаза и так далее, там какой-то, там ты едешь, там скорость, там 4 колеса, там 37 км в час и так далее, но все равно ты контролируешь, чтобы это не переходило какую-то грань. Мы покатались. И сейчас едем в Раубичи. Ну, вообще пытаемся, конечно, мы из Раубичи при удобном случае уехать, когда выходные и так далее, потому что сидеть в четырех стенах, даже таких свежих и чистых, как Раубичи и так далее, не очень хочется, если у тебя есть семья или дела в Минске. Мать нашу пару слов. Мать, вторая мать. Отец, вот друг с другом разговариваем. Да. Подойди к комнату. Привет, привет. Привет. После обеда Екатерина отправилась на одну из стандартных для спортсменов процедур. Упаковывайте. Однако этот аппарат у многих вызывает удивление. Да, Владимир, расскажите, что это? Вкратце. Это средство восстановления. Средство восстановления. Да. Сейчас будем восстанавливать мои ноги. Да. Сейчас начнет поднимать давление, не знаю, правильно? Захажешь? Чуть-чуть. Сколько? 80. Ну так лежишь, играешь в телефон, читаешь что-нибудь. И разговариваешь с Натальей Владимировной. И все так вот. Один раз, да, я, конечно, так уснула сладенько. Так что вот так вот. Вот так незаметно пролетело 30 минут. Вот, пожалуйста, наша гостиница, где мы живем. Проблем не знаем. Вот это наш маленький ангар, куда постелили нам паркет. И мы там тренируемся. В принципе, это все, что нам надо в Раубичах. Еще есть небольшой восстановительный центр с той стороны. Трио-сауна. В принципе, все. У меня вот сейчас отдых, потому что я прихожу на вторую тренировку, и я спрашиваю себя, а я отсюда уходила. Поэтому я гулять не хожу. Ну, есть молодые, перспективные. Они после ужина идут, гуляют, не знаю, где, как, ну, где-то тут. Ну, наверное, есть что посмотреть или подышать свежим воздухом. Поэтому, ну, я как опытный игрок, у меня есть свои этапы восстановления, поэтому я нахожусь в гостинице практически 24 часа в сутки. Теперь пора на тренировку. Сегодня у сборной занятия в игровом зале. На руках у Екатерины заметные татуировки. Во время броска слова объединяются в выражение «невозможное возможно». Мне просто нравится выражение, которая, наверное, многое объясняет в моей жизни. Ты действительно веришь, что что-то невозможное, ты можешь это сделать, хотя все люди вокруг тебя будут говорить, что это невозможно, то мы не сдаемся. Ой! Еще раз. Цепануло! Все, тише. Концентрация на съемочной площадке. Как
Ты играешь 40 минут, и все решается там на последних 10-15 секундах. На какие-то концовки сумасшедшие, которые там случаются раз в 5-10 игр. В послужном списке с Нытиной выступления в чемпионатах Беларуси, России, Польши, Турции и Франции. Становление как игрока происходило в каждом клубе по чуть-чуть. У меня не было такого всплеска в один сезон. Я взлетела из ниоткуда до того уровня, где я сейчас, допустим. То, как я играю сейчас, я все вот это вот собирала по крупицам, по частям в каждом из клубов, где я играла. Поэтому говорить, Оренбург меня вырастил как игрока или какая-то другая команда, я так не могу. Я просто выросла шаг за шагом. Беларусь! Эй! Так, как мы прощаемся? Плачем? Мне слезу пустить? Вот так я провожу время в сборной. Так проходит каждое мое лето, не знаю, с 14 лет. Я надеюсь, вам понравится то, что вы увидите через месяц, когда мы будем на чемпионате Европы. Болейте за нас. Пока! И бросок такой. Опа, опять. Так проходят повседневные будни Екатерины Снытиной. В следующем выпуске проект «Селфи» поближе познакомит вас с биатлонисткой Дарьей Домрачевой. Для кого-то я открою тайну, что зимний вид спорта, а вся основная работа проделывается именно летом. Если хочешь быстро бегать зимой, всю базу нужно закладывать именно летом.